Я голосовал за Владимира Путина. Алло. Здравствуйте. 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 Я прошу прощения. Я вас беспокою здесь, значит, вы же меня простите, с таким вот, значит, посылом, да. Я являюсь вашим поклонником. Я увидел вас в интернете, в Одноклассниках. Вы мне очень понравились, вы безумно очаровательная девушка. Вы просто мечта, вы просто самая прекрасная на свете. Боже мой, на ночь такие комплименты, ты ж, боже мой, бессонница будет. Поймите меня правильно, я вас безумно люблю, я счастлив, то, что моя судьба, она увидела вас в интернете, я окрылен любовью. О, боже мой, а ваше имя, хоть я должна знать? Жмышенко Валерий Альбертович, адмирал флота. Боже мой, да. Понятно. Я очень красивый. Спасибо. Спасибо большое, спасибо за комплименты. Я увидел, как вы играли в игру, там где называется «Целуй и знакомься». Я вам отправил поцелуйчик. Понятно. Мне... Да. Вот. А хорошо. Вас... А номер, да. Я выбачаюсь, а номер телефона что там тоже есть? Конечно, есть. Там ваш номер телефона везде. Ну, я вот в интернете прям. Кошмар. Вот. Что такое? Ну, понятно. У нас с вами, искра образовалась. Я думаю, что мы с вами должны встретиться и обсудить нашу любовь. Так, все. Ладно. Тема закрывается. Да, я вас доброй понял. Ночи. Я вас полюбил, у вас такая пышная попочка, бабушка Боже моя любимая. Все, до свидания. Бабушка, бабуленька моя все. Любимая, ты все, такая все. Красивая. У тебя большая попочка, такая все. Красивая. Попочка, все. Доброй ночи, моя пока. Любимая, моя звездочка пожилая. На хуиральку, если есть бабка. На асу. Алло, здравствуйте, Наталья Васильевна. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это дедушка Миша вас, Громова, беспокоит. Ну, я вас слушаю. Я прошу прощения, да, вот вы меня уж поймите правильно, да, как дедушка, как человека немолодого, вы уж меня простите, вот просто Миша, да, очень жалуется, что очень много учебы задаете ему. Вот, я, поймите меня правильно, я сам являюсь адмиралом Крымского флота, да, вот, значит, я уже тут свои связи поднял, да, по поводу того, что хочу сделать вот его сержантом, своего внука, да. Вот, сейчас он 11 класс, 11 А класс, да, вот, закончит этот самый, будет сержант, вот, можно как-то с снисхождение к нему проявить, вот, а? К нему не проявлять снисхождение? Ты собака, я собака. Кстати, нужно делать, чтобы 200 тысяч зарабатывать. А к нему не проявлять снисхождение, вы считаете? Ну, мне кажется, что нет, он очень сильно жалуется, что ему задают очень много, и он как бы, да, и так очень сильно занят, вот, у нас... С ним как бы пари, да, заключено, что он должен все окончить на отлично, да, чтобы все получилось, потому что... Ну, вы ему да. Какие-то непомерные, ну, при том, что Миша, в общем-то, 8-й, 9-й класс, 10-й не так сильно напрягался, как в 11-м, то в 11-м у него, по-моему, намного больше прогресс, и он более серьезно к учебе относится. И, в общем-то, к нему и снисхождение довольно много делают. Не, ну я понимаю, что старается. А задают ему что задают не столько, ему ж не задают отдельно от других, задают всем одинаково. Я понимаю, но хотелось бы, чтобы ему еще меньше задавали. Все-таки же я переживаю за него, он очень хрупкий у нас такой мальчик. Я как адмирал, я прекрасно понимаю, каково это быть, значит, таким вот, знаете, человеком, на которого идет давление, оказывается, со стороны педагогического, так сказать, значит, консенсуса всего, так скажем, вот, поймите меня правильно. А кто на него оказывает давление? Кто на него давление оказывает? Вот, вы посмотрите, у него, в общем-то, довольно хороший сейчас табель, вот.
Просто дело в том, что я же это самое, вот он мне рассказывает, да, что у него есть с рождения, да, есть у него одно вот это ну, вот. Ну, смотрите, да. А по какому предмету его особо нагружают, скажите, пожалуйста, вот на что именно он жалуется, по какому предмету он нагружает, его нагружают, а я вам скажу, как, насколько сильно загружают. Да вот, которые вот, знаете, вот как у них там геометрия, вот вся эта вот... Значит, ну... А, геометрия, да. Алгебра, вы считаете, да. Что это не важный предмет? Вы знаете, для моряка это вообще не важно. Uh-huh. То есть, да, поймите меня правильно. Когда моряк идет в открытые воды... Вы же тоже, если вы как моряк, вы должны, да. Как моряк, вы должны понимать, что как моряк, что геометрия и алгебра – это предмет, который развивает логическое мышление. И поэтому это... Поймите меня правильно. Не зря же говорят... Математика царица наук, поэтому да, вот геометрия, нет. Алгебра. Для я того, понимаю. Чтобы он получил хороший аттестат, хорошую я оценку. Понимаю. Поймите там... меня правильно. Я, ну. я плаваю, так сказать, хожу по воде, да, как бы не первый год. С самого детства я начал ходить по водам нашей необъятной родины. Вот, я прошел, я как адмирал, да, сейчас действующий, вот. Я все прекрасно понимаю, да, что алгебра это все хорошо, но поймите меня правильно, человек, у которого, извините меня, с рождения, у него недержание, он обсирается, он обосрался. Вот, он пернул, и у него жидкость пошла с задницей. И что потом? Я понимаю, что там все нормально, ненормально. Вот, но когда человек пернул... Скажите, а как вас зовут? Как вас зовут? Антон Павлович. Как вас зовут? Антон Павлович. Антон Павлович? Да. Антон да. Павлович, адмирал Крымского моста, да. Громов Антон Павлович, адмирал, пожалуйста. Да. Ну, подождите, что-то не вяжется, потому что да. Разве дедушка у Миши, разве вы не в Полтаве? Это вы в Полтаве. Папа чей? Я чей папа? Я папа, папа его. Папа чей вы? В смысле папа чей? Папа его. Папа? Я папа, папа, да? Миша, конечно. По папе на линии я, дедушка. Я поняла. Да. Ну, я, пожалуйста. Понимаете, парирую. Чтобы да. Миша не заставляли слишком много по алгебре и геометрии, ему надо было начинать ее учить в 6 классе, а не в 11. А он не начал ее учить. Ну, Миша, насколько я знаю, то мне Миша говорил, что он не адмиралом собирается быть и не моряком. У него немножко другие планы. А для того, чтобы он удачно поступил в институт на бюджет, математика и для него, в общем-то, очень важны. Не слышу. Алло. Я говорю, для того... Миша мне говорил, что у него другие планы, что он не моряком собирается быть. Не слышу. Это кому говорил такую ерунду? Ну, это Мишина дело. Это... Не слышу. Парирую. Вы мне... А? Поймите меня правильно. Алло. Барьер, да, барьер. Я слушаю. Вы поймите меня правильно. Вы уж меня простите, конечно. Я человек. Вас правильно понимаю. Миша задает столько же, сколько и другим. Вы в школе учились отлично, наверное. Вы стали адмиралом. Мне я вас поздравляю. Миша сказал, что он лучше всех учится. Лучше всех. Он самый лучший ученик, сказал в классе. Все, ладно, до свидания. Мы не с вами не сегодня будем разговаривать. Приходите ко мне в школу. Вы приходите ко мне. Сейчас я прибуду. Сейчас я заведу корабль. Сейчас. Да.